Набережную Эгершельда после захода солнца буквально атаковали анчоусы. Жители Владивостока в темноте начали спасательную операцию. Многие отпускали еще живую рыбешку обратно в море. Нашлись и те, кто попробовал выброшенный на берег улов на вкус. Для Приморского края такое явление уже традиционное. Анчоусов ежегодно выбрасывает на берег в разных частях края. Чаще всего это связано со штормовой погодой. В 2023 и 2022 большие косяки анчоусов подходили к берегам Ливадии и Находки. Тогда анчоусов можно было разглядеть не только на берегу, но и в морской глади теплой воды. А пока спасательную операцию проводили под покровом ночи. Спасай ее, спасай! Вот живую спасай!